Всем привет, вы на канале Максима Тимохина, и сегодня ко мне попал телефон Honor 7a Pro с забытым паролем блокировки. И сегодня я покажу, как можно сбросить пароль либо графический ключ на данном устройстве. Выключаем наш аппарат. Зажимаем кнопку громкости вверх и включение. Удерживаем их до появления надписи Honor, отпускаем включение и кнопку громкости вверх держим до конца, пока не попадем в меню Recovery. Так, мы в меню Recovery. Кстати, image.ny у нас здесь 8.0.0. Нажимаем кнопкой громкости вниз, выбираем Wipe Data Factory Reset. Пишем здесь слово Yes. Можно выбрать пальцем Wipe Data, еще раз Wipe Data. Происходит сброс настроек до заводских. Ну, по сути, после разблокировки у нас будет еще телефон заблокирован на Google аккаунте. И в этом видео я покажу, как обойти Google аккаунт немножко другим способом. До этого у меня видео выходило уже. Два видео по Honor 7a Pro, по-моему, у меня есть. Один из них свежий, 2020 года. Ну, там метод через вызов ошибки с помощью, как сказать, взлома Wi-Fi. Ну, то есть осознанная порча Wi-Fi сети, после чего выскакивает ошибка красная. Здесь будет немножко использоваться другой метод. Давайте, пока у нас происходит сброс, и, соответственно, пока телефон еще будет грузиться минут 5, наверное, я поставлю на паузу и продолжим после сброса. Да, кстати, после сброса выбираем, нажимаем кнопку громкости вверх и кнопкой включения выбираем Reboot System Now. Все, телефон у нас перезагружается в систему. Ну и пока поставлю на паузу. Итак, телефон у нас загрузился. Проходим до подключения к Wi-Fi. Подключаемся к Wi-Fi. Видим, что аккаунт действительно заблокирован. Далее нам никак не пройти. Нам понадобится выйти в самое начало. Для этого нам придется перезагрузить телефон, так как он нас не пустит просто. Выйти на начальный экран блокировки. Кстати, это модель AUM L29. И патч безопасности здесь от, по-моему, 1 февраля 2020 года. Android 8.0.0 и мышь 8.0.0.157, по-моему. Регион вроде бы C10, если не ошибаюсь. Кстати, для обхода нам не понадобится второе устройство, как используется у меня в предыдущем методе. Нужно именно две Wi-Fi сети. Ну, в том способе, в этом способе все по стандарту. То есть одна Wi-Fi сеть и более ничего. Допустим, вот нажимаем экстренный вызов. Нажимаем здесь 112, то есть экстренный вызов. Нажимаем Enter и быстро бьем чуть ниже четверки. Нам нужно открыть календарь. Там будет сейчас календарик. Не всегда с первого раза получается. Если не получается, пробуйте менять языки. Либо перезагрузить устройство, если уже совсем ничего не помогает. Либо вообще сделать сброс настроек до заводских через Recovery, соответственно. Но мы пробуем, нажимаем вызов и по четверке много-много раз нажимаем. А вот календарик был, но я не успел, видимо, на него нажать. Иногда он не горит белым цветом. Это значит, что после нескольких попыток лучше попробовать поменять язык, либо там перезагрузить устройство. Пробуем еще раз. Но вот уже не получается. Уже, точнее, календарь не появляется белым шрифтом. То есть такой затемненный календарик. Прошу прощения. Ну, выберем какой-нибудь другой язык. Давайте выберем какой-нибудь, например, английский, ну, или испанский. Так, ну давайте выберем, допустим, там, Чили. Выбираем первый пункт. Ну, экстренный вызов и пробуем еще раз. Нажимаем вызов и по четверке. Вот, да, попадаем в календарь.
Нажимаем по зеленому полю и сброс. Естественно, нам не нужно звонить в службу спасения, поэтому нажимаем здесь плюсик. Вот эту вот надпись «Mass», ну там она у вас будет по-другому, на английском, может быть, или там на русском. Переключаемся на английский и вводим сюда www.youtube.com и нажимаем галочку. Вот у нас заметка создалась, нажимаем по ней, нажимаем по youtube.com, переходим в YouTube. Далее нажимаем здесь под какой-нибудь кнопкой поделиться. Здесь это будет у нас компартир. Ну, наверное, можно здесь и в браузер перейти. Вот есть Chrome. Нет, но у нас не пускает. Значит, компартир, поделиться. Там как-то выбираем Gmail обычный. Так, что у нас там? В общем, нажимаем кнопочку слева, добавляем аккаунт, любой аккаунт, кроме гугловского, естественно. В первую очередь пробуем Outlook, ну, либо Яндекс, там уже, если не получается, ошибку пишет, то меняем на, соответственно, ну, другую почту. Сейчас поставлю на паузу, пока введу пароль. Итак, после ввода пароля нажимаем «Далее». Еще раз далее, перейти в Gmail, нажимаем здесь три точки, значит, Configuration, три точки справа, Administrator Quetras, ну, по-русски или по-английски у вас будет по-другому, естественно, будет понятно. Здесь нажимаем Solo навес, листаем самый низ, система. Так, у нас здесь сброс, наверное, Restable Symmetro, туда. Нажимаем первый пункт «Сброс всех настроек», выбираем синюю надпись и красную надпись. Ждем, пока у нас произойдет сброс. Так, сброс выполнен и нажимаем перезагрузка. То есть удерживаем клавишу питания и перезагрузка. Кстати, если вот нравится звук, на который идет запись, ну, звук я имею в виду, звук записи, да, на данное устройство. Это у нас микрофон, петличка Boya by M1 Pro. Звук очень неплохой получается. Вот, то можете заказать по ссылке в описании. Будут некоторые товары на Али. Можете приобрести там и жесткие диски, и микрофоны, и программаторы в первую очередь. Вот видим, телефон у нас загрузился. Уже без аккаунта. То есть, если попадаете сразу после сброса и перезагрузки на экран, на стартовый экран, в смысле на рабочий стол, то, соответственно, все сделали правильно. Если попали на выбор языка, то что-то пошло не так. Вот. Либо у вас что-то где-то не получилось. Ну, в общем, пробуйте еще раз. Зайдем в аккаунты. Где у нас здесь аккаунты? Нет, не здесь. Здесь вообще тоже не то. Google. Так. Наверное. Ну, в общем, на слово поверьте, что аккаунта здесь уже нету. Не пойму, где здесь. Короче, сейчас попробуем поменять язык. Русский. Окей. Так. В общем, наверное, не смогу сейчас найти, где здесь система, наверное, где-то в системе. Идиома, да, это язык.
Меняем здесь на русский. Как здесь добавить язык? Да. И выбираем русский язык. Так, вот он русский. Россия. Все, ну и зажимаем и перетаскиваем его вверх. Язык системы сейчас поменяется на русский. Все, сброс мы сделали. Зайдем в аккаунты. Ну, видим, что Google аккаунта у нас здесь нет. Мы можем спокойно добавить аккаунт Google. Заходим в Google. Да, у нас нет подключения к Wi-Fi сети. Давайте подключимся. И продемонстрирую сейчас, что мы можем спокойно зайти в аккаунт. Так, подключились к Wi-Fi сети. Снова нажимаем добавить аккаунт. Google. Ну и видим вход, уже не подтверждение, соответственно, а вход. То есть входим в любой аккаунт существующий, от которого знаем пароль, либо создаем новый аккаунт. Все. Если данное видео вам помогло обойти аккаунт на данном устройстве, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Макс Тимохин. Всем пока.